Всем привет! Да. Мы находимся в городе Талгарии. Сейчас мы вам покажем интересное кафе. А точнее, не кафе, а роботов, которые есть в этом кафе. Да, вот так заведение называется. Роботы из пластика, из металла. В общем, смотрите, сейчас все увидите. Мы там были, уже... нам понравилось. Поехали. Приятного просмотра. Десептиконы в городе. Железный он? Точно? Да, из металла сделан. Из чего сделан? Из мусла. Вот, смотри, это кусок двигателя. А это коробка, кусок. Серьезная работа такая. А здесь? Динозавр. С железными зубами. Вот такая штука есть в городе Талгар. Я не уверена в ваших машинах, но это же двигатель или что-то из машины? Это поддон масляный. Тут пробка, стекает масло. Нога динозавра. Амортизатор. Ну, в общем, из движка, дисков и всего, что вон, диски, феррадо, колодки. Вот, приехали мы в это место. Здесь такого будет валом. Называется Казоку или Кажоку. В общем, пиццерия, суши. Пойдемте внутрь посмотрим. Инстаграм этого заведения куда-нибудь сюда выведу. Традиционное фото. Робот обнимающий. За грудь. Да. Интересно, из чего меч? Это ребята, знаете, еще сделано? Из пылесосов. Мотобот. Вот так вот. Кто-то выкидывает пылесосы, детские автомобильчики, а товарищ берет и делает. Прикольная штука. Я знаю, это делает стоматолог. Да-да, стоматолог это делает. Хобби у человека. Диск автомобильный. Да, я знаю, что там где-то читал тоже, что выставляли его работы. Некоторые компании даже покупают. Специально. А этот прям в позе. А вот это пошли уже из металла. Ну, похож. Это очень круто. На сварке. Все детальки. Интересно, он их разрезал или прям вот просто такие готовые куски какие-то. Вот это, по-моему, отрезанный кусок. Вот. Собранная какая-то кусок коробки. А сзади это выглядит тоже достойно. Интересно, сколько эта конструкция весит. Вот здесь вот бы вес 320 килограмм. 6. Ну, наверное, это вес робота. Вес. 2,2 метра, вес 800 килограмм. Не, ну, это я думаю, он в кино вес такой, а... На самом деле, вряд ли он 800 килограмм весит. Ну, больше 100, я думаю, если это все из металла. И он достаточно массивный такой. Ну, конечно, тут трубы, считай. Трубы наваренные. Тут еще обойма такая приделана. Кусок катушки. Пальцы, интересно, сделаны. Брусок, шарик, брусок, шарик. А у этой же, у нее рука могла превращаться вот в такую штуку. Это же женщина, которую послали, чтобы убить вот этого Т-800 терминатора. Она была, по-моему, жидкая, но могла, да, превращать. Интересно, чем покрыто таким? То лак, наверное, это. Что они такие прям... Да, лак это обычный. А вот ноги из радиаторов сделаны. А тут вообще какой-то... Мегабот из автомобилей целиком собранный. Мне нравится. О, а вот это? Вот это. Да, это вообще косплейный костюм. Его можно одеть и в нем ходить. Между прочим, это делает мой одногруппник институтский. Вообще, вот кто создал, да. Косплейный костюм. Фестиваль Алмакон. Да. Мы его видели, да. В одном из роликов, кстати, есть. Ну и, кстати, вот в парке правила.
1000 тенге стоит с человека посетить такой музей, скажем так, вот эту экспозицию. Она не очень, в принципе, большая, но интересно так прикольно съездить, потому что человек явно с любовью делает это все. В общем, интересное достаточно место. И внизу, на втором этаже, вот эта вот экспозиция, а на первом пиццерия, можно пиццу поесть. У всех есть роботов табличка, и написано, что, где, из чего там и так далее. И он способности, бросок через плечо, сейсмический удар, горелка. Но, наверное. А так руки из труб ПВХ делают. Причем прикольно, да? Ребенку сесть. Где? Сюда, это сидушка детская. Ну, но вообще, да, конечно, товарищ, молодец. Из кусков пылесоса в детских машинах и ПВХ труб так раз-раз и получается вот такое вот. Ого-го. Ноги, главное, пылесоса два перевернуты. Этот труба пылесосная и из колпаков двух топор сделал. Ну, додуматься надо. Мне вот эти нравятся. Да, шикарные вообще. Если бы они были маленькие, поставить на стол. Можно, да, да. Было бы очень круто. А вот это вот костюмы косплейные. Вот это, знаете, кто это? Тинкер. Это же из Доты. Да. И вот это тоже. Дизраптор тоже из Доты. Представляете, такой костюм. Бодрый-бодрый. Вот, вот этот, я вам про него говорил, Баунти Крафтер. Это вот одногруппничек мой. Это тоже их костюмы. Не, ну серьезно, такой. А вот этот, ну тоже, кстати, они сделали, да. Это вот, видишь, как талант прогрессировал у людей. Потому что они, видимо, вот это сделали, потом вот этот и вот этот. Даже ткань прорисована. Не, ну это круто, круто. Молодцы. Интересно, как он ходил. Ну, это же вот, это же этот косплей на дизраптора создали. То есть, по идее, можно одеяния эти применить. Это тоже костюм? Да? Костюм автобота. Косплей. Интересно. Да, вон можно туда ноги но воткнуть. Это не тяжело, это выглядит. Ну, конечно, выглядит просто массивно. На самом деле, это вот не, ну, картон это какой-то. Интересный вариант. Ну, а выглядит. Здорово, здорово. Тяжело, да? О, Бамблби. Угу. Ну, похоже. Трансформер Бумер. Почему Бумер? Потому что BMW. Трансформер из фантазии скульптора. Ну, скульптора богатая, конечно, фантазия. Робот Гелен. Они все практически из машинок и пылесосов сделаны, да? О, какие дамы тут. Такое впечатление, что вот этот костюм можно носить. Не думаю. А видишь, как он получается? Берет пылесос и разбирает, и на саморезах собирает их. На каркасе, скорее всего, на каком-то. Ну да. Вот это классно. Ну да. Похоже на этих, кто Гайверов видел, кино старое я такое. Я вообще не знаю, откуда это вот. А вот все написано. Не, ну понятно, что это. Может быть, и из фантазии скульптора. Вон там написано из фантазии. Ну, да. Дама вон. Дама Элленберг. У нее это бюстгальтер и труселя розовые. У нее тонкая талия. Тонкая, да. И крылья. О! Это карахиня. Бош, только не Бош написано. Буш. Буш. Джордж Буш. Буш Самсунг. Доровский. Из трубы. Из двух труб пылесосных. Получается ничёшный такой посох. Ежели бы он еще туда, в эти вот штуки, светодиоды вставлял, было бы круто. А, так смотри, у этого сзади еще и телевизора там кусок. А там написано «Оба, обалдеть». Смотри, смотри, кусок телевизора. Ага. Не, что это сказать, класс. Молодцы. Да, это молодцы, это круто. Самые интересные, на мой взгляд, это вот эти вот металлические серии. Да. Однозначно автору вот надо продолжать эту серию, потому что это выглядит очень круто. Да. Было бы куча денег, такую бы вот поставили где-нибудь. Дома. Да. Ну, не дома, я бы в городе ставил. Покупал и ставил в городе. Потому что, ну, это круто.
Вот на что надо нашим акиматам тратить деньги. Берешь такую штуку, вот такого автора здоровскую, и ставишь в городе где-нибудь. Вот, вот интересно, вот, мне кажется, мы в горы когда едем, там стоит такой робот, мусор собирает. Вот что-то мне подсказывает, что это вот руки мастера этого же. Наверное. А у этого вот товарища, по-моему, настолько было тяжело это все, что ему подпорку сюда сделали. Да. Потому что, ну, наверное, выламывало от тяжести. Да и тут тоже подпорка есть. Ну и у того, да, шатается. Тоже подпорка. Либо чтобы не шаталась просто. Ну, все равно что. Наверное. Не, ну так интересно, и пропорции с обжиженными. Ну вот нет, он. Внешне выглядит. Здоровски. Прям как из фильма. Такое прям детали. Вот сейчас вот оживет, да? Ну, да, вот я говорю, если бы глаза еще красные, да, здесь не хватает этого, будет четко. Да? Интересно, почему автор собирает только роботов, хотя, наверное, можно и животных всяких, и фантастических делать и так далее. Но, наверное, я знаю, почему роботы, потому что они сделаны вот как автоботы из машинок, детских пластиковых машинок, да. Ну, может быть, да, так. Ну, да, судя по коллекции роботов. Про человек роботов, да, именно. Скоро, вот, лет 20. Они запланили всю планету. Они киборги. Они. И будут куча роботов среди нас ходить вот такого же полноразмерного вида. Потому что, кто не знает, компания Boston Dynamics, погуглите. Там, ого-го, куда-нибудь сюда вставлю, на что способны современные роботы как, уже сейчас. Это как из фильма «Приключения электроника». Ну, пока еще не так, но сейчас, да. Тем не менее, роботы выходят в нашу жизнь семимильными шагами. А вы не обратили внимания, смотрите, каблучок. Каблучки у всех дамочек. У всех дамочек каблучки. А правильно, потому что мы на большую грудь обратили. Ну, кто на что? Это тоже же дама, получается? Была. А, ну да. Ну, это такая спортивная дама. Это боевая накачанная. Да, накачанная. Ноги. Она воительница. Воительница, сразу видно. А это тоже должность, воительница.